Так, продолжаем. Короче, хрень какая-то произошла, непонятно. Не знаю, вылетел Морвин. Придется на две части. Ну что ж, я еще не знаю. Может, как-то и можно спаивать их. Потом попробуем. Спаять. Так, рождение повольня. Ну я еще. Я пропал в этом. Медленно. Вот это с первого раза получилось. Половина, мне кажется, быстрее. Не знаю, почему так. Может, это мне так кажется. То что ж такое, вредная птичка, вздыхать не хочет. Чувак, привет! Давай подторгуем. Торговля. А зачем отмена заклинания? Одно. Всё, так. О, назад, мне не надо. Дефиберский левый. Левый наруч. А, это я тут что стырил. Да, и это забираем. Теперь смотрим, что еще можно найти. Сапфир, аметист, алмаз, изумруд, рубин. Изумруд, рубин. А, топаз, хорошо. Ингредиент. Бренди забери, я его не пью. Не пьющие мы зелье водного дыхания не надо, ледяного прыжка не надо. Зелье чем обычных комбинов, парализация пускай будет. Легкости не надо, все по-моему. Все, что мне не надо, я по-моему продал, да? Да. Теперь, блин, да что ж у меня вес отнял. Ладно.
Так, мне все равно. Ну, например, можно вот сюда на материк и или ну, вообще большой остров, ну ладно, на большую территорию, большую территорию. Так, я прохожу мимо, мне не надо никому не нападать. Я человек спокойный, мне не интересно твою дивизию. Ну ты прикинь, ну это же ж гадость. Не нравится мне этот червяк. Ну, крабик это понятно, крабики крабиками. Кто видит? Крабик только нет? Нет, это не. Уже хорошо. Так, смотрим. Я не знаю, что это за чувиха, но надо сохраниться. По-моему, чувиха была. Сейчас, если нападет. А ты кто? Ты золотой страж. Я тебя понял. Давай попробуем по-другому. Да, мне интересно. Так, крабье спокойствие. Хорошо есть. Крабье спокойствие есть и... Вторая примерно. Ладно, я тебя понял. Даже оружие не действует. Вы попали здесь тебе, короче, ослик. Начнем с шаровой молнии. Давай шаровую молнию. Капелька действует, но очень-очень слабенько. Очень слабенько. А ну, огненный шар. Тоже дерьмово. Огненный шар фигово. Шар холода. Тоже слабовато действует. Ты что, это ты по мне попала, что ли? Мы же с тобой так не договаривались. Давай сделаем вот так. И кажись похуй. О, есть. А теперь. Огромный шар холода есть, заряжен. Предлагаю выпить зелье восстановления магии. Побегаем слегка. Побегаем.
Блять, промахнулся. Мне интересно, она восстановит жизнь, что ли? Крабье спокойствие! Хорошо есть. Шар холода. Ух, ух. У нее есть шанс отразить. Кстати, а может серебряные пульки на нее влияют? Надо попробовать. Да! Серебро. Ну, если попадаешь. Хорошо. Я тоже иногда застреваю. А чё ты на меня нападала? Зачем? Я просто познакомился. Ну, смотрю, девушка. Ты вот так вот. Сердце даем, да, сердце не стреляет. Хорошо. Сохраняю. Так, чуть-чуть осталось дойти, да? Хорошо. У вас тут много таких было? Потому что с одной я еле справился. Золотой страж. Это интересно было. Похоже, это или нет. О, подожди, друг, стой. Золотого с золотыми. Серебряная стрела на меня, думал стрелять. Вообще что ли? Ага, шахта. Собираю. И туда наверх. И сердечное лечение. Хорошо. Сохраняемся. Сохраняемся, идем дальше. Мне нужен этот гребаный город. Яичная шахта. Да, смысл туда лезть потом.
по заданию. Мне сказали, что... Ага. Попросил меня поговорить с Серджио Авон Араном в городе Суран. На город нападают бандиты. Угу. Может, тяжелую надо было броню? Кстати, это же вещь. Это класс. Ну, стоп. По-моему, это оно. Да. Да. Это как раз... Блин. Грёбаная птичка. Стоят мои зелишки, зелишки. Короче, до хрена тут их. Ну, подожди. Переписать просто сколько их. 1, 9, 1, 4, 0, 3. 4, 8, 1, 7. 1 миллиард зелий. А ну сейчас. 1 миллиард зелий. Так, алхимический базилик. Надо исправить. Ну, просто я делал, короче, видео, и там написал... Меньше я написал 1 900 000. А тут получается 1 000 000... Так, 1 034 914 000 000. 1 914 000. Сейчас, я чуть-чуть. Погодите немножечко. Капелюшечку. Так, мои видео. А я уже не помню, где я их. Дошел, когда вижу, я бы вечно шел, я мало. Нет, это еще сюда. Странно. Включение.
Жару задею. Надо смотреть все описания, да? Да. Ладно. Подожди. Здесь нет, это... Человек имеет бойцов, прохождение горькой чаши нет. Ретура нет, Тельмора нет. Тыкс, нет, не оно. Видео 19 нет, видео 18 нет, 17 нет, 17, 16 нет. Да блин, еще надо было, надо исправить вот этот описание видео. Да неправильно написал немножко. Шушира, нет. 14-13 видео. Нет. 12. О, нет, что, я 12-е видео не добавил? Охренеть, или подожди. Да нет. О, а что, я где-то проебал 12-е видео. Хоу-хоу-хоу, бывает в жизни огорчение. Выбор камеров, нет. Или это оно как раз было? Нет. Странно. Вот это жесть. Я не могу найти это видео. Ладно, потом буду смотреть. Да что-то, блин, я не знаю. Походу, вот это в 12-й серии было. А где она делась? Ладно, посмотрим. Бред. Вот честно, бред. Ладно, еще раз посмотрим. 22-е ни о чем. 23-е ни о чем. 24-е ни о чем. 25-е тоже. 26-е тоже. У меня где-то пропало 12-е видео. А, нет. Пошара. Не, все правильно. Оно. Тысяча миллионы. Миллиард. Миллиард 933 тысячи. 900... Ой. Миллиард 933 миллиона. 972 2696 зелий. Все правильно у меня было записано, блин. Ух. 1 миллиард зелий. Не миллион, миллиард. 1 миллиард. Хорошо. Что мне надо? Полазим по домам, посмотрим, что вообще, чем кто живет, правильно? Тут кто? Рынок рабов. Вот
Вот рынок рабов мне не нравится, вообще не нравится, не люблю рабов. То есть работорговцев не люблю. Ты кто? Якоб? Что делать? Мне просто интересно, можно ли договориться, чтобы освободить его. Здрасте. А, свежие сплетни, движения, вижу. Короче, надо было соглашаться на 91. Ошиблись все. Сохранить. Я тепло приветствую вас. Так, из белых угол. Свежие сплетни. Это просто перевод с армянского. Хайджай. Вот, наверное, перевод на нем. Служим, люди редко дают себе труд учить языки других лекарей. Они находят это слишком сложно для разрешения. У меня это упрощает работу. Все понятно. Посмотрим. Может быть, освобожу рабов. Портниха. Здрасте, портниха, что ты делаешь? Тормозишь, что у тебя есть интересного? Ничего. Все с тобой понятно, прощайте. К чему все это? Невозможно, даже у меня уже был. Такое тоже бывает. Так, оружие. Степленовый допинг. А, да, я вспомнил. Это я до тебя хотел. Нет, подожди. А я, по-моему, что, стырил уже? Хотите купить что-нибудь? Да ладно, неужели я уже стырил у него? А как, да? Это даже не интересно как-то. Так, есть чиз... Не. Сохранить. И исчезновение. Сохранить. Проклятый воришка. Бум-бум-бум. А что ты меня заметил? Да, сохранить надо.
что у меня там? Акробатика. Скрытность, безопасность, разрушение, восстановление чуть-чуть. Иллюзия, изменение, красноречие. То есть мне надо два навыка поднять. Один навык сейчас поднимется. И надо будет еще подняться у меня восстановление. Сила воли. Все, пока. Что можно не волноваться? Так, мне надо найти аптекаря. Серджио Вон Урон, очень серьезно относится к своим заданиям перед городом Сурон. Найдите его сами, говорите с ним о бандитах в Суроне. Это, конечно, хорошо. Где его найти, Аван? Авон Уран. Вместе Уранов. Просто что не надо. Кто? Равосур. Что у тебя интересное есть? Оружие. Стальная стрела, нет, одежда. Мясо охотника, щит на 20 пунктов. Смысла не вижу. Давай скорее! Серджио Волтон. Тот чувак, который мне нужен. Так. Здрасте. Убеждение. Вежливо. Закрыть. Прощайте. Сохранить. Ищите что-нибудь? Так. У меня лучшие цены. Торговать. О, чувак. Да ты. Я понял, кто ты. Так. Я... Сейчас отойду, чуть попозже еще приду. Надо, очень надо.